Всем привет, с вами Джу Лайер из Фэмили, сегодня хореографию Джису Лайер. Мы разберем с вами, собственно, припев за солистку в основном, и я покажу то, что делаю по танец. У меня здесь находится петличка, не смущайтесь, потому что мне ее некуда прикрепить на платье, поэтому, собственно, она находится здесь. Окей, погнали, давайте. У нас первое движение, ножки вместе, у всех будет одинаково, и у нас будет слайд на счет 8. Вжух! У нас подтягивается правая ножка к себе, правая рука находится на ножке, левая рука находится на талии. После этого шаг на центр с правой ножки, руки назад за себя, перед собой. Здесь может быть по-разному, то есть ладошки можно не собирать вместе и ручки, собственно. Просто это самое удобное положение для замаха на следующее движение руками. Движение руками следующее идет жу за себя, правая рука, левая рука ее сопровождает. Можно как бы отдельно руку убрать, но это будет не очень красиво выглядеть. Поэтому я собираю их вместе и до последнего они идут вместе назад. Что делают у нас ножки? Мы сделали ту-дун. Здесь у нас подгибается правая ножка и левая у нас держит полностью у нас у нее весь вес. Вжух. Да. То есть нам нужно сделать акцент назад. Пам. Шаг на правую, на левую. И у нас идет заворот правой рукой. Да, то есть все это время у нас ручки летели. И здесь пам. Разворачиваемся в диагональку правую. Здесь на акцент в музыке заворачивается правая ножка за себя, выходит сюда на центр. Вместе с этим можно сделать то же самое правой рукой. Вжух. Пам. Здесь не очень тоже четкое движение у всех, поэтому либо просто держит руку сзади и потом ее выводит сюда, либо же она идет именно конкретно заворотом, как и наша ножка. Я делаю заворот, мы сделали заворот, и у нас акцент конкретно грудной клеткой, да, в правую сторону. Рука здесь находится у нас у рта, либо прям закрывайте себе, да, делайте вот такое движение. А конкретно солистка, да, держит далековато от себя. У нас здесь левая рука вдоль тела, мы делаем плечиком два удара, тум-тум. Либо же можно делать грудной клеткой, то есть жух-жух, подавать полностью. В любом случае нужно показать два акцента, как вы это сделаете, тоже не принципиально, как показывают фанкамы, которые выходят на ютубе день за днем. Ту-дум, да. Отсюда у нас снова акцент, ручкой от себя. Можно здесь, можно чуть выше, можно совсем высоко. Но совсем высоко, скорее всего, сделает солистка, а потанец в основном выкидывает на разные уровни перед собой. Вжух. Дальше мы распрыгиваемся в плие, пам, на центр. Если у нас как бы за солистку движение, руки находятся у нас на базе. Мы делаем раз и два и. То есть у нас поднимаются с помощью косых мышц пресса воу, да, бедра наши. Либо же мы делаем больше акцент конкретно на наши коленки. Вжух, заворот вовнутрь, вжух, заворот вовнутрь. Если у нас подтанец, то ручки у нас идут вместе наверх, и мы делаем все то же самое, что и центр. Дальше, у всех одинаковое движение, мы снова присаживаемся чуть вниз и делаем акцент, собираем ножки вместе. Руки тоже по-разному, можно здесь их сделать таким образом, можно так увести, то есть как вам будет удобно выйти на следующее положение. Очень много вот таких вот разных движений в мелочах. То есть можно тоже руки накрест собрать, можно перед собой собрать, на себе их оставить, по-разному. Ту-дун сделали, и дальше на раз и два и у нас на и будет акцент следующий. У нас ручки будут раскрываться в стороны наверху, да. И конкретно здесь следите прям за ладошками, чтобы они были растопырены и в стороны, то есть это главное здесь положение их, да. Раз, два, пальчики не топырим, собственно, у нас полностью прямые руки. Отсюда ручки падают за голову, локти на центре. И дальше разные позиции. Если мы за центр, у нас левая рука здесь не присутствует, скорее всего, в ней микрофон. Правая рука здесь будет идти за воротом на центр, наверх, за себя. И дальше делать оу, ноу, ноу. Угу. И дальше вдоль тела. То есть крестик, вжух, наверх. Если у нас подтанец, то после того, как мы сделали вот эти вот штучки, пум-пум, у нас к центру идет движение. То есть если я центр здесь, с левой стороны от центра, у меня будет сюда движение, у вас здесь ручки собираются таким вот образом. То есть правая находится на левой, левая здесь будет уходить в сторону. Если с этой стороны, все то же самое, раскрываем сюда. Да. И дальше две разные точки. То есть сюда, сюда, вышли на следующую позицию. Сюда, сюда, вышли на следующую позицию. Очень разное движение, можно выбрать любое,
за кого вам понравится, то и сделайте. Сделали с вами рандомные точки за потанец. И дальше мы переходим на центр к солистке. Руки выкидываем наверх, и они уходят у нас вдоль тела. Дальше начинается вторая часть. Да? Если мы за солистку, мы сделали крестик, крестик, вжух, вниз. Да? То есть, когда наверх конкретно у джису идет рука, у нас с вами в этот момент ручки идут вжух. Угу, таким же похожим движением. Вторая часть. Давайте сначала за солистку. У нас с вами бедра гуляют. Раз, два, три, четыре. Первые два акцента без движений. Раз, два. На счет три у нас выходит рука на центр указательным пальчиком. И здесь джису иногда прям делают такую паузу небольшую. Затем доворачиваем последний раз в правую сторону бедра. В этот момент у нас кружочек идет с запястьем вовнутрь. И затем, да, у нас ножка здесь выходит. Делаем все то же самое движение, только в другую сторону, да, вот здесь, ту-дун. То есть, как мы делали в эту сторону, только здесь па-бам, в противоположном. И после этого у нас просто спокойно рука здесь возвращается вдоль тела, мы разворачиваемся полностью на центр и делаем раскрытие. У нас руки могут быть на одной линии, и затем сводятся они вместе, делаем сюда акцент, та-дан. Либо же изначально можно сделать вот такое раскрытие, то есть тоже делают по-разному, собирают вместе, делают тан, та-дан. Угу. Главное закончить в правую сторону, то здесь меняется ритм. После этого у нас будет акцент бедрами в сторону, вниз, вниз. Что делают руки? Первое движение у нас без изменений. Дальше, когда уходим в правую сторону, щелчок у нас идет в сторону правой рукой. Затем вниз и ручки у нас на базе. Вум, вум. Дальше джису уходит назад с помощью левой ножки. Обводим себе голову. В сторону рука, наверх, вниз, акцент на центр. Либо же какие-то другие позиции здесь руки, потому что я смотрю с одного фанкама, возможно, она изменяет конкретно из выступления к выступлению здесь свои акценты по музыке. Если запотанец, да, у нас первое движение с вами у всех одинаково. Раз, два, дальше на счет три разворачиваем голову в правую сторону, вжух. И на четвертое движение возвращаем на центр. Потанец иногда добавляет плечи вот здесь. То есть можно ими помогать делать движение. После того, как мы развернули голову на центр, мы делаем то же самое сюда. Тун-тун. Затем у нас разворот. И делаем пам-пам. Та-дан-тан. Угу. И отсюда одинаковая связка. Раз, два, три, четыре. Ручки теперь у нас здесь на центре. В кулачках собраны накрест. Раз, щелк, два, акцент. И отсюда у всех в одинаковую сторону, то есть здесь не от центра делается движение, а просто у всех справа налево. У нас с вами здесь для опоры, да, могут быть ручки просто у нас на наших ножках, и мы делаем заворот, заворот головой. Вжух, вжух, вырастаем здесь, и дальше снова у нас разные точки. Пам, пам и к центру. Здесь, если да, у меня центр там, я сделала к центру. Дальше на последний вот этот акцент у джису мы делаем ручку, вжух, и уходим. И если конкретно с этой, да, стороны я делаю раз, два, три, щелк. Давайте соберем всю вторую часть подсчет за солистку, за потанец, затем с самого начала за солистку. У нас были ножки вместе, мы сюда пришли. 7, 8, 1, 2, и 3, 4, 5, и 6, 7, 8, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вжух, тык. Запотанец. 5, 6, 7, 8, 1, 2, и 3, 4, 5, и 6, 7, 8, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вжух. Ждем, пум. Угу. Давайте с самого начала соберем все под счет за солистку. 5, 6, 7, 8, 1, и 2, и 3, 4, 5, и 6, 7, и 8, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, 6, 7, и 8, и 1, 2, и 3, 4, 5, и 6, 7, 8, и 1,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и вжух. Супер! Давайте соберем все это под 50, 70, 85 и 100%.